Парни, если вы не против, поприветствуем наших друзей сподвижников на канале. Привет! Всем привет! Привет! А ТВ-клуб Нортвей сегодня совместно с клубом Аутовеники. Правильно? АТВ Russian Team. Да не, Аутовеники последний раз было. Вы сколько раз можете название менять? Это было тестовое название. Это было только на бирже. Не, а может просто вы к серьезной луже подъехали и скрываете свое настоящее имя теперь, а? Не, это было на бирже. Ладно, как называется команда? АТВ Russian Team. Есть ссылки, Instagram, YouTube, еще какие-то дела? АТВ Russian Team. Все под видео будет? Все под видео. На наших друзей все ссылки будут под этим видео, парни. Сегодня у нас был запланирован тест-драйв и сравнение квадроциклов BRP и Polaris. Мы выпустили недавно видео на YouTube. Кстати, видео так хорошо зашло, за 6 дней уже 100 тысяч просмотров. О чем видео? Видео, там тест-драйв Yamaha был на тюнинге и другой техники. Ну, в конце видео она развалилась, и как бы народу это понравилось. Внизу под видео человек написал: парни, вы там еще Polaris как-то задели, ну, типа там упомянули в суе. Упомянули, да, и так далее. Я, говорит, готов приехать на Polaris и хайлифтере. Уничтожить вас всех. Да, я готов, говорит, показать, что он может, и доказать своим конкурентам, он так вот написал, что типа Polaris крутая техника. Я ему написал, в какой области мы конкуренты. То есть мы не торгуем ни BRP, ни Полярисами. И если мы бы увидели, что Полярис крут, то, может быть, кто-то из нас и приобрел бы себе Полярис. Ну, мы же за самую лучшую технику, и неважно, как она называется, правильно? Да. Ну, мы договорились с этим человеком о встрече. Не буду говорить, как его зовут. Это уже не важно. И он должен был сегодня приехать с двумя Полярисами, с другом и... С двумя Полярисами, хайлифтера. Два хайлифтера, один у него 2017 года, другой 2016. Ну, неважно. Как обычно, во время всех покатушек я рассказываю, что у нас сегодня представлена такая техника, такая и такая. У нас сегодня здесь только BRP, да? Гризли. Ну, есть еще, да, Yamaha Гризли. Одна, да, Yamaha. Это просто одна оставшаяся. Человек 1880 года рождения, у него осталась еще одна Yamaha Гризли. Дед оставил, да, Yamaha. Ладно. Короче, Александр мне этот квадроцикл и тюнинг, у него называется канал на YouTube, проговорился. Он мне рассказал, говорит, значит, я приеду, вас всех порву. Я ребятам позвонил, говорю, ребят, у нас после Латвии, после Прибалтики ситуация такая, что половина техники у нас сломана в ремонте. Приедут два грозных Поляриса. Пожалуйста, приедьте, поддержите. Ну, потому что... Спасите Поляриса. Да, у нас всего своих тут 2-3 BRP как бы на завтра, а там приедут два хайлифтера и, короче, ну, страшно просто. Позвонил Славе, Слава говорит, выручим, конечно, приедем. Я, говорит, один приеду, потом ребята подтянулись. В итоге сегодня у нас здесь 10 квадриков, да? Да. Ну, хорошо. Прекрасно. Но самая фишка всей сегодняшней истории. Во-первых, Саня прилетел с Питера поддержать. Да. Нортвей СПБ. Лиля приехала из Самары. Специально в 7 утра самолет взяла. Лиль, повернись, посмотри. Билеты купила на самолет в 7 утра. Я прилетела, в 4 встала. В 4 утра. Мы хотели увидеть Полярис. Но он не приехал. Но он не приехал. Но он не приехал. Может, сломался? По-моему, их нет, это обыдом. Мне прислал две фотографии и пишет, короче: Дим, доброе утро, я пас. Понимаете, он пас. Уже? То есть мы его ждали все. Мы его все ждали, а он пас. Дальше он объясняет, почему он пас. Прицеп от старой техники, и в него мой квадр не лезет. То есть он только купил ее, по-моему. У человека квадр 2017 года. Давайте мы ему делим. А сейчас 2019. Ну, всякое бывает, мало ли, может, он это... Прицеп. Ну, просто... Бывает так, да. Ну, почему-то так часто бывает с Полярисом только, правильно? У меня люди из других городов прилетели. Если я сниму борта, он может вывалиться. У меня прицеп был под G1, в него влезал. Встретимся в следующий раз, извиняюсь. У меня колея шире, буду прицеп менять. Я пишу, у меня сестра с Самары прилетела, а друг с Питера. Он мне пишет вот так.
Ну это значит типа отъебись, блядь. Ладно, дело не в этом. Друг, я с тобой кататься больше не буду. Так и остался незакрытым вопрос. Где же все-таки техника Полярис? И когда наконец-таки мы увидим ее мифическую силу? Мифическую силу. Поэтому мы сегодня уже решили далеко не ездить от того места, которое мы приготовили для тест-драйва Поляриса. И, собственно, проедем сегодня здесь на BRP. Впереди у нас вот такое прекрасное болото. Задача понятная. Какая техника у нас есть? Саш приобрел вчера квадроцикл. Называется он Outlander XMR. 2019 год. Электронный курок. И сейчас мы его обкатаем. Здесь глубина, ну, некоторым будет до подбородка. Вот. Ну ничего, Саня говорит, на козла, там туда-сюда. За ямасами, говорит, проеду. Вот. А что у нас еще 2019 года есть тут? Нету. Поэтому сегодня основное внимание будет приковано к тест-драйву Outlander XMR 2019 год на электронном курке. Всю мощь электронного курка ты сможешь проверить, ощутить, дать нам попробовать, если ты проедешь подводный эту режим. Лужу. В подводном режиме, если не попробуем. Ну что, начинаем? Подожди, готовы? Все, камеру дай. Thank you.
улетел в глубину. Отлично, отлично. Это было рискованно. Это было очень рискованно. Это BRP. А что ему будет? Большая глубина по грудь, поэтому если он на него попадет, то собственно спокойно. Очень даже красиво, да, очень технично, прям чувствовал под собой. А вот сейчас Артем, наверное, попробует на газу. Дороге поехать, да? Сел на пень. Тебе надо сдавать назад и брать... возвращаться на исходную точку. Да, этот. Тоже нормально, вот так. Ладно. Все, кто снимает с камерами, все идем снимать славу. Остальные. Да. Вишенка на торте. Кто? Помогать некому, все снимают, все с камерами. Следующее препятствие. Немножко запыхались после первого. Здесь такая хитрая лужа. Здесь можно пройти на пол колеса, можно попасть в яму. Никто не помнит, где эта яма. Thank you.
аутлендер. Это самая проходимая техника. Если два ренегата там застряли на бревне, то, как мы видим, аутлендер прошел без проблем. Вот это вот я понимаю. И сейчас для сравнения еще один аутлендер. Но он поехал по другой дороге. Ну посмотрим. Кошки, они хитрые, как всегда. Элегантно и легко. Вот наша чемпионка едет. Вика на аутлендере. Что-то она едет не там, где BRP проехали, а там, где Yamaha. Ну, вот забираешь. У нее свой маршрут. Не женская логика, да. Два пройти маршрут. А вот наша чемпионка едет напрямую. В разных категориях весовых. Да не, Лиля вообще недавно катается. Оп, смотри, бревно. Оп. Так она нисколько не весит. Вот, она сам себя ведет. Да, да, да. Этот вес 150 килограмм, он такой. Чемпионский. Посмотри вперед. Ну что, давай на полном газу. Давай. На тот стол. Давай, давай. Давай, давай. Посмотрим. Пониженную только. Вот в эту лужу Славик улетел. Все, Курок, толкни еще чуть-чуть. Немного воды попало на воздушный фильтр. Все проверили, ну, все вроде нормально. Парни, всем будет интересно узнать, что случилось все-таки, а? Слав, чего? Ты где? Что случилось у тебя? Не с группе перерывался. Да что ты, блин, засмотрелся на Лилю, блин. Ну хорошо, что на Лилю. А не на Диму. Не на Олега. Не-не-не, я не по этой части. А что, проехать надо будет, Слав, ее? Да, конечно. Слав, может ты поедешь все-таки, где я тебе говорил? Я знаю.
знаю, как тебя на слабо взять. На 8 команд, в каждой команде один человек. Надо будет объехать вот тот столб линии электропередач и вернуться по этой же трассе. Вот примерно туда, правее от вас. Это финиш. Справа или слева столб? Короче, смотри, надо объехать с левой стороны столб и вернуться вот сюда, вот на этот пятачок за этим столбом. Понятно? Через болото? Нет. Сейчас мы по ней проедем, потом предлагаю по длинной луже пройтись, поснимать и уже выехать на то болото. Короче, здесь заруба часа на два, поэтому сейчас предлагаю 10 минут паузы, попить водички, все, а потом вы увидите в действии. Тут все есть, и ковровое болото, и ямы двухметровые, все есть, аккуратнее. Ну тут сухо еще, знаешь, когда шерп тут 5 раз проедет, или после первого заезда, когда 25 квадров проедет туда и обратно. К четвертому заезду здесь вообще был ад. А даже на поляне, мы же раскапывали тогда ее сильно. На поляне тоже прикольно. На поляне будет, на поляну мы вернемся в этом, ну, по длинной луже проедем. Ну да, да. Ты имеешь, что вот туда, направо поляну? Да, там же в раза три прокатиться и все, жесть. Да, не, ну мы сейчас это, да. Практичная поляна. Просто проедем трассы, посмотрим, есть ли смысл, может тут что-то еще проводить, а может тут легко пройдет. Итак, проходит тренировочная заруба на месте квадроспора 3. Рассматриваем возможность проведения здесь квадроспора 5. Я на ренегате уже проехал. Славик тоже проехал. И Лиля проехала. Сейчас идем вытаскивать и снимать парней. Сегодня не забег, не гонка. Неважно, кто придет первый. Все друг другу помогают. Я. Сейчас покажем вам, какие здесь препятствия. Я хочу их показал. Красиво, красиво.
тебе место квадроспора, Сань. Отличное место. А прикинь, сейчас раскатают еще все. Ну, самый прикол, говорю, в том, что здесь нельзя утонуть. Но можно капитально встрять. Ты лебедкой работай больше. Парни все уже напрягаются, потому что все устали. Не ожидали они такого расклада здесь. Давай!
79-я мотострелковая дивизия. О, как хорошо идет. Вау, вау, вау! Такая цепочка получается. Четверка.